Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Скидка до 50% на всю выпечку в пекарне «Добропек» с 19.00. Примерно в 5 часов вечера на пульт дежурного службы спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома по улице Энтузиастов в Железногорске. Чуть менее часа потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать загорание. В результате пожара выгорели балконы в квартирах на третьем и четвертом этажах здания. Закопчены внутренние помещения, повреждены вещи и мебель. От копоти пострадали и балконы 5, 6 и 7 этажей. Ущерб и причина пожара устанавливаются. По сообщению очевидцев, на пожаре погиб мужчина и пострадал 7-летний мальчик. Он находится в больнице. Акция на десерты в пекарнях «Добропек». Пирожные «Наполеон» с малиной 49 рублей. Птичье молоко 49 рублей. Картошка 19 рублей. Эстерхази 45 рублей. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.